Донбасс в цифрах и фактах. 10 мая 1945 года советские воины-победители оставили свои автографы на Рейхстаге за себя и за погибших. За тех, кто не дошел сюда и жизнь свою положил за то, чтобы советский народ победил фашистского агрессора. Среди них была и наша землячка, летчица женского бомбардировочного авиаполка Надя Попова, которая старательно на стене Рейхстага вывела камнем: «Я Надя Попова из Донбасса». Все для фронта, все для победы.